Всем здорова, вы на канале Ниндзя Никиты, и сегодня я решил ответить на часто задаваемые вопросы, которые вы не спрашиваете. Зашел на Яндекс.Дзен, и здесь есть 232 вопроса для вашего видеоблога. Что ж, попытаюсь как-то интересно на них ответить. Ты когда-нибудь встречал кого-то известного? Я встречал очень много известных людей в моих снах. Это был и Джарахов, и Андрей Петров, и Хованский. Но вживую я встречал Гарика Харламова. Это было на съемках ХБ, Харламов и Батрутдинов шоу. Там меня он бил током. Если я найду этот моментик, я его вставлю. Меня били током на детской площадке и били двоечку в живот. Пруфы будут, я найду точно. Ты хотел бы быть знаменитым? Максимально знаменитым нет, хотя бы для маленького, уютненького круга общения людей я бы хотел быть знаменитым. Чтобы быть знаменитым, там, не выходить на улицы без охраны, чтобы меня там могли побить и так далее, так бы нет, конечно, не хотел. Если бы ты мог изменить одну вещь, которая произошла, чтобы это было? Я бы начал играть в Доту в 2013 году, а не в 2016. Встретиться с Некитом бы хотел изменить. Если бы ты мог жить где угодно, где бы это было? Жить? Конечно же, я бы хотел жить в Японии. Мне кажется, Япония — это кайф. Но сама жизнь там слишком сложная. Там нужно зарабатывать очень много, быть все время куда-то идти и так далее. Если бы я зарабатывал с Ютуба или с Твича, я бы хотел переехать в Японию и чтобы беззаботно там жить. Так, у тебя все еще есть любимая игрушка детства? Нет. У меня сейчас новые игрушки. Это World of Raid Shadow. Сейчас игрушка, которая у меня осталась из детства, таких у меня нет. В детстве я как-то сильно разозлил мамку, что она выкинула все мои игрушки. Это, наверное, было переломный момент, почему я стал ютубером. Ну, у ютуберов у всех шиза. И мне, наверное, из-за этого. Сколько у тебя пар обуви? Спортивные за 700 рублей. За 700 рублей зимние ботинки. И недавно, с недавнего времени у меня появились вот такие вот. Блин. Вот такие вот офигенные кроссы Ванс. Это, короче, лимитированная коллекция. Все супер-пупер. Тут у нас, значит, хотел сказать Вагнер. Я забыл, кто у нас здесь на картинке. Вот с этапочки, короче, прикупил за 3к. Ванс со скидочкой были. Чума, короче. Так что у меня всего 3 пар обуви. Любимый отдых. Пляж, горы или город? Огород. На пляже мне, наверное, больше нравится. В горы я никогда не ходил, но моя мечта побывать в походе, в каком-нибудь, хоть в самом дешманском, там, с палаткой и с ножом, так, чисто на одну ночь я бы хотел. Тебе нравится телевизионное шоу «Зомбоящик» — все говно. Тебе нравятся страшные фильмы? Нет, я боюсь. Я как-то пытался на Твиче стримить страшные фильмы. Конечно, это смотрели люди, как я кричу там, но слишком нервы жалко продолжать это. Ты когда-нибудь стрелял из настоящего оружия? Нет. Из настоящего нет, но у меня есть вот такой вот арбалет. Это арбалет. Сейчас будет громко. Ух, уж заложил ухо. Это, короче, арбалет, стоит 2000. Стрелы у него маленькие такие, болтики. И даже из него я еще не стрелял. Жду лето, ну или хотя бы весну, чтобы было потеплее, можно пойти пострелять. Был еще страйкбольный пистолет, но я его продал. Но в будущем собираюсь как бы делать коллекцию оружия. В основном это будут страйкбольные или пневматические. Но если у меня будет какой-нибудь травмат, на который нужны разрешения, было бы неплохо. Последний фильм, который ты смотрел... Паразит. Фильм «Паразит». Первая глава. Смотрел ночью от того, чтобы было нечего делать. Ну так, чисто, чтобы не аниме пересматривать, а быстренько посмотрел фильм. Ну, неплохо. Неплохо, на самом-то деле. Лучше, чем адаптация от Netflix. Ну, «Тетради смерти», я имею в виду. Тебе нравятся американские горки?
Неплохой вопрос. Ни разу не был. Вот ни разу. Сколько раз был во всяких аттракционах, ни разу не был на американских горках. Кстати, в Америке они называются русские горки. Когда я плакал во время фильма, плакал только на от Хатика. И то мне было лет 13, и я прям что-то вообще смотришь. Ну, они гении, мне кажется. Они так заставили плакать, просто включили грустную музыку и собаку. Все, и ты плачешь. Это трэш. Ну что, все вопросы закончились? Если вам было интересно... Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на мои Twitch-трансляции. Также стрим идет и на YouTube. Подписывайтесь, и вы никогда не пропустите. Всем пока!